Вот был город как город, а стал затопленный батискаф. Словно все тебя бросили, так и не разыскав. Пожилая теперь висишь, как пустой рукав у калеки мальчика в переходе. Да никто к тебе не приедет, себе не лги. У него поезд в Бруклин, а у тебя долги, и пальцы дрожат, застегивает сапоги, хоть и не ясно, с чего вы вроде. Дело не в нем, это вечный твой дефицит тепла. Стоит обнять, как пошла, поехала, поплыла. Только он же скала, у него поважнее дела, чем с тобой, тетешка, целопоглазый. То была ведь огнеупорная, как графит, а теперь врубили внутри огромный такой софит, и нутро просвечивает нелепо, и кровь кипит. Словно кто-то вот-вот ворвется и запит. Эй, ты что тут разлегся, Лазарь? Полно, деточка, не ломай у него ногтей. Поживи для себя, поправься, разбогатей, а потом найди себе там кого-нибудь без затей, чтобы варить ему щи и рожать от него детей. Как все это вспомнишь, сплевывать и креститься. Мол, был месяц, когда вломила по 1000 вольт. Такой мальчик был серафический, Чайльд Гарольд, так и гладишь карманы с целью нащупать кольт, чтоб, когда он приедет, было чем угоститься.